Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале «Твой детский домик». Меня зовут Уманский Алексей. И прямо сейчас за моей спиной находится идеальный детский игровой домик прямо из Соединенных Штатов Америки, которые так популярны в Америке, в Европе и, конечно, у нас в России. Ну что, давайте посмотрим этот детский домик, эту площадку поближе. Но есть одно «но». И именно об этом «но» я хочу с вами сегодня поговорить. И может оказаться так, что при смене ракурса и если поставить камеру немножко ближе, вы начнете обращать и замечать определенные нюансы, то даже на вашем телевизоре, мониторе или экране телефона уже этот скалодром начнется бросаться в глаза. Этой площадке не так уж много, 3-4 года. Конечно, также отличительной чертой данного домика этой площадки является это вот эти железные металлические перильца, за которые дети будут подниматься. Во-первых, зимой использовать металлические перила, ну, не совсем удобно, комфортно, а не холодно. Еще для этого есть причина. Но так как камера стала еще на полметра ближе, я думаю, вы начинаете замечать. Подойдя максимально близко, как к домику и площадке подходя детям, можно разглядеть очень много интересного, как говорится. Но помимо вот этого вот всего, которое все разрезается и ломается, вы, надеюсь, услышите звук. Оно шершавое, оно неприятно. И это мои взрослые мужские руки. А как за это все будут трогать дети? Пойду помою руки. Начинайте замечать очень много нюансов. Например, канат. Он почему-то окрас. Нет, это, конечно же, не от производителя. Этот домик уже окрашивал. Спустя 2 года он поддавался новому окрашиванию. А потому что старая краска просто слезла. Наверное, самая интересная и интригующая надпись, которая продает. Made in America. Made in USA. И действительно, горка здесь неплохая. За 4 года она довольно-таки хорошо выглядит и хорошо себя проявила. Это факт. Ну и все. В общем, друзья, не буду сильно тянуть резину. Дальше вы увидите еще несколько проводок домика, а где я снял его вблизи, где я снял его в деталях. Свое мнение, свою оценку, свои рассуждения и пожелания вы, конечно, можете оставить в комментариях. Это будет очень интересно почитать. А очень интересно почему? Потому что мы являемся также производителем, но мы в основном делаем не площадки детские, мы делаем детские игровые домики. Другие видео вы можете посмотреть на нашем канале, ссылочка есть в описании. Также тут будет подсказочка. Ну а с вами был я, Уманский Алексей. Мы не прощаемся, а говорим до свидания. До новых встреч. Пока-пока.